Міністр оборони України Олексій Резніков порівняв український контрнаступ в Харківській області із сніговою кулею, яка котиться вниз схилом. Вообще в чувство прийдіть в мірі, що происходит. Про це він розповів в інтерв'ю Financial Times. Контрнаступ звільняє територію, і після цього ви повинні контролювати її та бути готовими до захисту. Але контрнаступ Збройних сил України в Харківській області пройшов набагато краще, ніж очікувалось. Проте він попередив, що Росія може знову піти в атаку, тож святкувати перемогу зарано. Необхідно провести роботу з деокупації території. За його словами, українці хотіли перейти в цей контрнаступ. Нам був потрібен цей контрнаступ. І це знак того, що Росію можна трощити. Резніков підкреслив, що український бліцкриг став найбільшою невдачею для Росії з початку повномасштабного вторгнення. Юрій Євгенович, ну, звісно, ми будемо говорити о Харківській області і все, що там відбувалося всі ці останні дні. Само собою, сьогодні воскресенье, підходящий денек, щоб це проаналізувати. Перекликається, кстати, з 11 сентября. Ну, тем не менее, 11 сентября уже не так важно, слишком давно это было. А вот то, что происходит на театре военных действий на Востоке, ну, в Харьковском области, это, мне кажется, феноменально, мне кажется, абсолютно феноменально. Но так или иначе, мы давайте обсудим это все. Давайте вот с чего начнем. Я скажу так. Вот что вы считаете, результатом чего стало то, что произошло, вот это резкое... для кого-то неожиданное, для кого-то ожидаемое наступление ВСУ и такой масштаб, такой охват, сейчас уже сколько, 2,5-3 уже, больше уже тысяч квадратных километров, говорят, уже больше. Ну, то есть, за города бились месяцами, а здесь, представляете, то, что тратились 3 месяца, там, ну, в частности, это была Клея, вот этот Изюм, Купянск, сейчас это все сутки другие и уже все. Что, в принципе, произошло, на ваш взгляд? Как вам это представляется? Ну, самое простое, самая такая лапидарная характеристика того, что произошло в Харьковской области, она называется очень модным сейчас термином «каскадное обрушение фронта». «Каскадное обрушение фронта». Термин заимствован из военной науки, главным образом по результатам одной из арабо-израильских войн, где вот то же самое случилось, то такое же, собственно, обрушение фронта случилось не с арабскими странами после удара армии обороны Израиля. Но здесь нужно сказать, что в Украине и в Харьковской области вооруженные силы Украины продемонстрировали, ну, наверное, с этого, может быть, и следовало бы начать, да, такой творческий, я бы сказал, креативный подход. И это относится и к планированию операции, к тому, что к ее замыслу. Операция эта состоит из двух компонентов, но об этом чуть позже. И вот это было, наверное, одним из главных факторов, потому что если посмотреть на соотношение сил, но мы, конечно, не знаем, сколько войск со стороны Украины было задействовано и задействовано сейчас в этой операции, но есть некоторые такие туманные намеки на то, что с российской стороны вот так называемая изюмская купинская группировка насчитывала где-то от 10 до 12 батальонов тактических групп. Это довольно серьезная сила по масштабам нынешней войны в Украине. И тот факт, что она была разгромлена в течение, ну, буквально 6 дней, ну, даже 5 дней на самом деле, это как раз свидетельство того, что тактика, которую используют вооруженные силы Украины, это совершенно такая новая тактика, к которой российские военачальники не были готовы, которой они не понимали и не понимают сейчас. Мы, Юрий Евгеньевич, карту сейчас показываем, вот со синими стрелочками, то, что мы хотели, вот с нее начали. Да, ну вот на этой карте очень хорошо показано, как развивалось это наступление из Балаклеи, потом на Шевченково, и уже из Шевченково, значит, удар был нанесен по Купинску и по некоторым другим населенным пунктам, по некоторым другим городам. И вот на середину сегодняшнего дня
как можно судить по данным этой карты, она составлена на основе анализа многочисленных источников грузинским фондом Рандели. Рандели Фаундейшн – это довольно известный и очень квалифицированный институт. Так вот, похоже, что войска ВСУ вышли к Волчанску и подходят к границе с Украиной, к границе с Россией, к российско-украинской границе, да. Это действительно это выдающееся достижение. Если говорить о том, какие еще конкретно факторы обусловили успех вооруженных сил Украины, я бы сказал, что это умение сосредоточить войска в нужное время, в нужном месте. Это очень важный, такой, казалось бы, самый очевидный момент, но на самом деле далеко не всегда военно-начальникам, военным командирам удается вот так проводить и реализовать этот принцип. Это, конечно, хорошая разведка. Я думаю, что разведка в данном случае сыграла в успехе Украины одну из решающих ролей. В то время как, если сопоставить ее с тем, что происходило с российской стороны, ну, тут так складывается впечатление, что либо военная разведка российская просто проспала, не могла предугадать, предвидеть и на основе собранной информации, естественно, концентрацию войск ВСУ в районе Балаклей, где, собственно, и был прорыв. Или же эти данные разведки просто не были приняты во внимание высшим командованием российской армии. Может быть, даже сознательно. А кто его знает, может быть и сознательно, а может быть, потому что это высшее командование готовилось к совершенно другим мероприятиям, я имею в виду учение «Восток-2022», как планировалось и как приехал Владимир Путин, а это для высшего командного состава российской армии событие, встреча с президентом и демонстрация ему успехов российской армии. Ну, правда, в учениях там был поставлен действительно такой впечатляющий спектакль, который на самом деле не имел ничего общего и не имеет ничего общего с реальной боевой подготовкой, с реальным военным искусством российских командных кадров. Так вот, значит, военное командование просто могло, так сказать, ну, не обратить внимания на это, не придать должное значение тем сведениям, которые они могли получить, если получили, конечно, от своей разведки. Другой момент, о котором просто нельзя не сказать, это сугубо военный фактор, но тем не менее он действительно очень важный, это отличное взаимодействие пехоты, артиллерии и авиации со стороны Украины. И в целом вообще очень хорошее управление войсками, которое было продемонстрировано в этой операции. Ну и, наконец, это вот, возвращаясь к тому, что называется каскадное обрушение фронта, это прежде всего следствие стремительных темпов наступления. А эти стремительные темпы наступления приводят к тому, что противник, то есть обороняющаяся сторона, в данном случае Россия, просто не имеет времени для того, чтобы оценить следующие действия наступающей стороны, понять, куда нацелен удар, и должным образом подготовиться к его отражению, то есть сосредоточить войска на направлении этого удара. Но ничего похожего вроде бы вот до сих пор в Харьковской області не происходило і не происходить. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.